Итак, подходит первый день пребывания нашего на Родосе. Вообще я восхищен и переполняет чувство только положительное. А постараюсь говорить, наверное, поближе к микрофону, ибо тут ветер сильный. Ну что скажешь, первое впечатление вообще класс. Погода нормальная, я уже поджарился, наверное. Вот наш отель. Полностью, но тем не менее. У нас примерно такой же вот. На втором этаже номер очень хороший. Что еще сказать? Ну, вообще классно. Он новый вообще отель. Вот в апреле только открылся, и поэтому как бы я даже не верил, что такое бывает. Ну вот. Вот отель, в общем, был. Вот так вот по дорожке. Лежаки все бесплатные, хватает, кстати, куча бассейнов около отеля, тоже лежаков хватает, в общем, вообще, кухня нормальная, ресторан классный, в общем, блин, я вообще не знаю, что сказать даже, вообще все классно. Мы устали, конечно, целую ночь не спали, пока летели, но это, сейчас мы на такой эйфории. Машину возьмем на прокатик, на денек есть у нас такие мыслишки, вообще классно тут все. Если хорошо в море заходить подольше и почаще, то нужно, конечно, в августе ехать в Грецию. А сейчас, ну, тоже мы это сидели в воде, ну, блин, в том, когда мы пару лет назад ездили в августе, намного теплее была вода. Ну, и ничего, ну, в общем, все классно, все, блин, сейчас пойдем еще поужинаем. Все классно и отлично.